Заболевших все больше. В Тольятти по сравнению с прошлой неделей в 3 раза увеличилось число больных коронавирусом. Только за минувшие сутки зафиксировано более 650 случаев заболевания ковидом. В связи с этим в нашем городе 350 классов из 56 школ перешли на дистанционное обучение. Как сообщает администрация города, школьники заражались друг от друга. По такой же причине в 16 группах детсадов объявлен карантин. Мы видим серьезную динамику по количеству заболевших детей, и она такая вот тревожная. Я не зря попросил в департамент образования, у меня ощущение, что вот болеет значительно больше, чем мы выявляем. Более того, ОРВИ-то, который у нас ОРВИ, вполне возможно и не ОРВИ, а ковид, потому что далеко не всем делают анализы. Мама там позвонила, ребенок затемпературил, затемпературил. С бабушкой отсидится там, или есть возможность по сменам родителей. И мы реально не знаем, насколько там. Это тревожит, потому что есть контактные. Больше всего заболевших по-прежнему в сфере услуг. На оперштабе по противодействию коронавирусу работодателям настоятельно рекомендовали усилить контроль за соблюдением всех санитарных мер и перевести часть коллектива на удаленный режим, а также уделять особое внимание вакцинации и ревакцинации.